Солдат по осени считают. До окончания призывной осенней кампании еще месяц. Однако работа с теми, кому предстоит защищать Родину, начинается еще до того, как они пополнят ряды вооруженных сил России. А с дембелем не заканчивается. В Чувашии такая работа налажена лучше всего. Наш регион выиграл конкурс на лучшую организацию воинского учета в России. Защитники Родины – это не только те, кто стоит в строю. Помимо армии у страны есть другие ресурсы. Это призывники и военнообязанные. Для работы с ними в России существует воинский учет. Понятие «воинский учет» подразумевает под собой. Это начинается с постановки на воинский учет, когда молодому человеку исполняется 17 лет, и мы его ставим на воинский учет, он проходит медицинскую комиссию, мы смотрим его годность, определяем, куда и как он пойдет служить, и заканчивается тогда, когда мы, уже будучи пенсионерами, становится у нас на воинский учет, когда увольняются люди. То есть это очень объемная и многогранная работа, которым занимается большое количество людей не только в самом военкомате республики, но и в районах. Со всеми этими задачами наш регион справляется на ура. В конкурсе на лучшую организацию воинского учета Чувашия обошла сначала соперников из Центрального военного округа, а затем стала первой по России. Поздравить победителей приехал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа. Тот кропотливой работы совместной. Поэтому очень приятно, когда по таким поводам всегда приходится встречаться. Впрочем, победившему региону положено не просто поздравление. Теперь в Чувашии будет храниться вымпел министра обороны России.